Вот российские паралимпийцы молодцы, они не сдаются, борются до последнего. Еще 84 человека потребовали допустить их до игр в Рио-де-Жанейро через земельный суд в немецком городе Бонн. Правда, еще накануне стало известно, что 10 таких же исков отклонили. Все дело в том, что именно в Бонне базируется Международный паралимпийский комитет, который и не допустил наших спортсменов до состязаний. Атлеты не теряют надежды изменить это решение. Те, кому уже успели отказать, подали апелляцию в Верховный суд в Кёльне. Его вердикт узнаем уже завтра. И завтра же, 7 сентября, будет не только презентация айфона, но и начнется в Рио-де-Жанейро паралимпийские игры. Соревнования продлятся до 18 числа. О том, что Россия на них не будет, объявили за месяц до начала этих игр. Чиновники сослались на доклад спецкомиссии ВАДА о якобы систематическом применении допинга в нашей стране. При этом тот факт, что ни к одному из участников нашей паралимпийской сборной никаких претензий не было, остался без внимания.